людям объясните. Блин. Все то же самое, только не стоять в огне. Не стоять в метке звездочки. Классно объяснил. Мне Ванхелию хили. Ну ладно, здесь надо больше хилить, больше дамажить и все. Отличие хардмода в том, что босс разливает лужи постепенно в комнате. По всей комнате. Поэтому где Рейд стоит, туда и разливает. Поэтому будем стоять постоянно в метке. Бегать по лужам. Так, искра воображения нажимаем. На первой фазе нужно будет стопнуть дамаг, подождать, пока босс потушит всю комнату, потом добить босса на первой фазе. На второй фазе все то же самое, просто надо стоять в звездочке по команде за спину босса встать, чтобы не умереть от обстрела. Ладно, сейчас первый трай пробный. Стринка, что ты бафом? Стаю выключи, где? Закинь меня к хилам. Это не хил? Ну, я в реестре сейчас, да. И бой висит, я не могу спекнуться. Тогда я в ЛМ спекнусь. Так проще будет релить. Что мы делаем пожарного, да? Да. Ну как, посмотрим. Сейчас. Милики. Берите с одной стороны босса и отбегайте в РДД зону, когда будет шоковый удар. Все, пошли за звездочкой. Каску по магам, калк. Постоянно двигаться на этом боссе. Побежали, звезду побежали. О, опасно, да? Все, можно бить. Иди в центр. Мистер Этриавр каст. Звезду встали. Блин, ну что такое? Сейчас будет шоковый удар, отбегаем к звезде, милики. Побежали дальше. Отбежали в РДД-зону. Уже лучше. С огня выходим. Вейбу прожми. Отбежали в череп, стопайте дамаг по боссу. Стоп дамаг по боссу. Сейчас будет шоковый удар, потом. Хотя бы лям подобью. Ну, я подобью. Отбежали в череп. Сейчас будет шоковый удар. Отбежали дальше. Бежали от шокового, после шок ждите, пока потушит комнату. Босс, не бейте босса. Все, можно бить. Добивайте. Теперь добиваем босса и идем за звездой. Быстрее в звезду. Быстрее, быстрее, блядь. Что-то вот где-то хуй пойми стоят. Сейчас будет босс кидать к нам лужи, и мы отбегаем. Надо сделать так, чтобы лужи были всегда по краю, чтобы нам на второй-третьей фазе было легче бить босса. Просто потихоньку так двигаемся, все по краю. Второй раз кинется, можно подходить ближе. Так, РДД, кто может встать на рейндж, словить метку на второй фазе? Давай, Баланар, покажешь скилл. Три надо. Не, побежали. А, еще... Водяная бомба, господи. Синий шар увидишь там.
Секунд за секундом скажу обстрелы. То от босса не становимся, вот где-то на, в районе звездочки. Играйте пока босс. Смотрим ледяную бомбу. На много урона. Так, ледяная бомба, видите? Бежали, отбежали быстрее, отбежали. Пока она хлопнет. Вот, бежали от огня. О, блять, ладно. Крючок. Поднимай фога. Отбежали от красной метки. Ближе к боссу. 5 секунд обстрел. Ближе к боссу, как на единоморфе. Прячьтесь за босса сейчас. Фога есть БР? КД. Ну ладно, заходим уже. Ладно, давайте просто убьем босса. Слишком сложно. Ну что-то трудновато. У нас 3 хила всего или сколько? У нас ДЦ есть тела. Да, 3 хила. Такое себе. Тут дружки нужны, пустючки хороших. В прямом смысле. Ты на первой фазе сейчас дал. На второй. Да, посмотрим. На второй. Вот, а, фейл в рейде есть, нет? Вот, девольвер друг. Дополнительный. Да, мага не хватит, просто надо отхиливать хорошо этот огонь. А, нету механизма. Ну, давайте бьем просто так, потом пойдем сранитого страж сделаем. Искра воображения, портуйтесь. Кланный рекаунт, весь рейд почти в щитах постоянно, и такая хуйня с абсорбом. Может, ты себя одного кидаешь? Чего? Ну, щиток кинул на одну цель, потом опять на него же, потом опять на него же. Ну, блять, как на него же, если я кидаю по рекаунту на каждого? Может, ты щит не прокачал? Ты по рекаунту похилал. Ладно, кушайте рыбу. Можешь еще поспекаться. Уже. Че, в среду сделаем пожарного ультра, да? Скорее всего сделаем. Тут ни у кого основы нет, да? Вроде как. Ромика Парсивина, кто-то вечно ноет, что надо приступу. У него теперь снова вар будет. Девать запускай. Когда сделаешь приступ, придется кому-то другому делать. Уже на двух персах ловит ачивы, кажется. Я попробую под баблом взорвать. Под баблом? Да, можешь. Взрывайте под баблом, мины. Убежали. Ну, он третий, он взорвал меня. Он уже не багается, если пожарника пытаешься сделать. Так, сейчас вторая фаза. Ну да, правильно сделал, что... Опа, откидываю. Сука. Ну, здесь все просто, надо просто бить босса.
Белорусский сантехник. Когда этот кроп уже заткнется, нахуй. Заходите в метку. Вот там сектор газа стоит, куда ты ушел от метки, ну блин. Давайте башку бьемся. Не знаю, что же могут быть. Капар, Баланар, сектор газа и Филипец будут бить голову. Кажется, остальную середину и это вообще до пизды, просто их надо одновременно убить и все. Поэтому и будут на четвером бить голову. Милики же не будут бить. Милики достают голову снизу легко. Здесь у них по-разному всех. Если подстройки. Там похуй на рейнджу вообще. Выбираешь голову и бьешь. Ну давайте попробуем что-то сделать сейчас. Потыкать клавиши, вбить. Белорусский танк. О, Баланар уже не будет бить голову, наверное. Это судьба. Поднимайте его, бейте вниз все, там лям отстает. Все вниз сыграли сейчас. Башку не бить, башку не бить. Играйте все вниз. Тело играйте, середину играйте. Жесть. Это нормально пожарного сделали, да? Мне понравилось. Как бы всегда ходить. Потом альба уйду. Давай, альбу паролем. Она напала только. Давайте, наверное, палу обдадим. Да, в прошлый раз он не получил, так расстроился. Чё, тоже пришлось? Да, там ретри я забрала. Теперь. О, господи. Так ты ретри отдал, смотри, чё пишет. Ну зато ещё я... Сука. Где в тетрадочку занёс? Кажись, не туда, ладно? Я такого вообще не помню, что кто-то ливал еще. А ты тоже ливнул из-за того, что он боен ролил. Ты не дошел до туда. Я? Да. Я тогда был очень расстроен. Чем? Что рудическую сверху не получил? То, что ты нролил рецепты. Было как-то на ивент зарабатывать. Хотя нет, я не из-за этого был расстроен. Давай, да, нет, не провал безумия, а повалившаяся галерея.
Ну прикольно ретриком играть во тьме. Так, давайте сразу. Фурики, у вас есть вместо ШМ что-то другое? Это для бомжей, это вся хуйня. Канцелавра, фрагмент души, напишите и все. Да. Вот есть макрос, все время спамите его, весь бой. Не рабочий, кстати, все равно стакает. Блять, как это не рабочий, блядь? Вот так вот. У меня рабочий. Но у меня на варе нет, на пале нет. Вот я сейчас в РК напишу. Канцелавра, проклятие хаоса, правильно? Фрагмент души. Нет, фрагмент души какой-то. Чё, угораешь? Ну, пиши давай. Так, скинь макрос. Куда его надо вбивать вообще? Вот и все. Вот эту хуйню пишешь. И там следующая там кровожадность. Вот эту хуйню там удар героя. И все. И отменяются стаки. Фрагмент души это стаки. Так, Тщеславие, у тебя ФДК есть или ты там там? Думаешь, бродяти чему убьет этот пар? Наверное, нет. Он автоатакой может подстрелить. Дота не вешает. Сейчас будем делать ичиву запах саранита. Как ее делать? Буз вызывает несколько саранитовых паров, такие зеленые шарики. У них там по 15 хп. Собирается определенное количество этих шаров. Появляется большой моб. Вот его надо убить и потом босса убить. Вот тогда мы получим ачивы. Поэтому нужно можно меньше ауешить. Вообще не ауешить, точнее. Следить, чтобы не нанести урон по этим маленьким шарам. То есть это надо, наверное, отменять вот эти стаки у Шема, не бить вихрем, спекать АДК в ФДК и не вешать бомбы на босса. Это магом. Да. Четыре хила здесь хватит, как думаю. Тихо липал, варшама и. Недостаточно ярости. Энг наносит АУЕ урон. Если спамил, не потом, да. Давай пошли, я буду снова побить. Я в Элеме буду, а ты. Просто шаман. Калки фога будете под боссом хилить рейд. Как в Элем, вот их упало. Четвертая пати будет в квадратике стоять вместе с Гутерболом. Третья пати в кружочке вместе с Хазараком. Кралька и Леголас тоже в РТД зону. По-хорошему там кучками не стоят, чтобы босс не отхиливался. Ну, так как у нас ДПС много, мы такой хуйней занимаемся. Там как-то хотя... просто словить и все. Кралька тоже давай. В мелизоне будешь стоять. На ком будет дебаф, не помню как называется, зеленый луч соединяющий с боссом. Вы должны отбежать от всего рейда, а рейд
от вас. Вы не отхилили босса своему. Нет, смотри, протопал. Давай скажу, там протопал, тебе молотком нельзя бить босса. Знаешь, да? Ну, ешь. Последний скилл ветки. А, да, Белин, ты в танке, да, тоже остаешься. Появится большой моб, ты его словишь. Вообще не бей ауешными скиллами, пока идет первая фаза, и не появится вот этот моб. Этот моб появляется ему с маленьких порогов. Не надо на первой фазе, он по мане сядет. Белин, вообще не бей, короче. Можешь так и так и побить руса. Чек на пол. И ничего не регенит. Тщеславие в ДД. Еще и он в ВД. Так, ну давайте. Копар, подходи. Крися. Копар тут. Там без копара начать. А где он там стоит? Где звездочка? Видите его? Но он вниз еще не спустился даже. Если мы убьем и сделаем ичево, ему не даст, он расстроится. Скорее всего, ты расстроишься, потому что он опять заебет потом. Бля, копар, где ты? Ладно, последний чек и потом. Прям готов. Инстаграм. Ладно, начинай. Бля, босса. Интересно. Я смотрю, танков много. Там, по-моему, прыгнул кто-то другой. Ничего страшного. Пробежали квадрат. Бейте АОЕ дамагом. Бежали. Так, да, вот повешу. Нет, видите, вон звездочка, вот этот пар. Его не надо трогать. Филиппец, выбеги с рейда. Падаем, короче. Следите за своим игро. Это во-первых. Во-вторых, напуливайте. На танка. Валера, зайдешь на рогу? Не надо что-то на мане вообще здесь. Я наоборот на мага зашел, чтобы РТД просто побольше было, полегче. То есть три ханта не смогли напулить на войну. Да, хуйня куда страдает, наверное. Но тут нету трех хантов. Не знаю, зачем вообще бить ниликом, если у вас медведь танчит. Зачем вообще бить тему, кто тратит ману? Я вообще этого не понимаю. Пусть милики доводят босса, а тем, у кого нужна мана, стоят и ждут. Ну, давайте еще раз попробуем. Ладно, я ухожу, Олег, короче. Давай. Посрали, еще зайдет с роли в голову. Вы поняли, что нельзя прорвать агро? Босс как на леди. Я не привык, что у них БДК танчит всегда. Если босс нагрится, переагривается, то все это. До свидания. Да что мне заходить на рогу? Ладно, оставайся на маги. Просто, наверное, рога на власти понадобится. На ласте? Так наоборот, я хотел РДД там на ласте, чтобы получше было.
Лимошка, ты тут еще? Лимошка в другом канале. А, наверное, на Чеславину пулили, да? Нормально. Леголас, а ты на кого напуливал? Ну, если босс побежал сначала на смарт-килла, он его сагрил, потом Чеславин умер, наверное, он его напулил. Не-не-не, не смарт-килл. А, ну хорошо, а смарт-килл ты на кого напулил? На Войда. О, смотри, смотри, сейчас три ханта, типа напулили на Войда, да? Я груз сорвал смарт-килл и сектор газа, нормально, мне нравится. Просто у них в голове понятия нету, что вот если ярости у медведя нету, то он нихуя ничем и не бьет. Это ноль агро. Да, мне сейчас кажется, будет БДК, может вообще без напула играть, блядь. И бить как хочешь, нахуй. Привыкнешь к БДК, блядь, 6 ЛПшек с пула дает, и все. Лимошка. Че, может, Лимошка. У нас медведем пойдешь, не будешь вешать, когда да. Пойдешь во вторую. Я насчет второй не знаю. Да, В бульду пойдешь, Лимошка? Да, могу через минутки 2-3. Вообще можно любым танком танчить, любых боссов, просто, блять, так как у нас мозгов нет нихуя у ДДшников, ну, приходится вот так вот. Короче, по-другому. Кружок это четвертая пати, квадрат это третья. Что, мне за раку подвоз? Нет, будешь с третьей пати бегать в квадратике. Хорошо? Угу. Пока я в Элем аспектнусь. Под боссом там два хила хапал и ердил. Ну, Макгрегор онлайн. Давай возьмем его. Да не, здесь четвертый хил понадобится, здесь много надо бить. Ну, много дома. Зря только КД повесил. А, может вот ДК спек отсюда. ДК. Не спекайся у этого, у него ДК. Что ты уже устал? Выйди, дай направо, там Олег был. Ты поменял нас, что ли, местами что-то? Я в Энф могу исходить. Да, поменял. Третья пати квадрат, четвертый кружок, там треси ушел просто. Четвертый пати... Откуда вы достаете, я не знаю. Четвертая пати кружок, третья квадрат, третья квадрат. Войд, начинай. Конечно, можно вообще не бить.
кружок побежали. Кружок побежали. Сейчас будет метка. Готовимся отбегать. Вот это был отбегает, мы его отбежали. Лежала смерть. Не забывайте, что АУЕ мы не бьем. Туда же падает метка. Нам еще надо 2 минуты ждать этого врага, Саранитова. В мелизоне саранитовый пар. Сняли 5к, отбежали квадрат, третья пати. У звездочки 17к, кто-то дамажит ее. Отбежали. Череп, сектограза, глыбу, глыбу прожми, глыбу. Туда же падает метка. Это молнию ударил. Да, цепнухой. Это я ударил? Я уже цепнули. Че, я убил что ли? Нет. 800 хп. Блять. Сорян. Я уже цеплю. Он умер там в пар. Он в ордезон идет. Ну все, умерло. Блять. Да я уже машинально поджал цепуху. Падайте. Сейчас убьем. Если просто вообще не буду бить. Чтоб так не было, надо просто их с панели убирать. Ага. Я уже просто устал. Я просто тыкнул эти 4 клавиши, там цепуха попалась. Ну все, вы, короче, видели, то эти штуки не надо дамажить. Смотри, кто еще там бил. Давай посмотрим. Дубасик бил, блин, ни к чем дубасик, не бей сыроникавый пар. Не сбивайте каст. Пусть ОЕшник твой бьет. Дай диван, Белин, на меня. Я уже давал, минута когда. Все, я сейчас встану, прессуй всех. Это слабость смертных. Все, короче, вы все видели, сейчас сделаем ничего. Давайте быстрее. Прочитать это заклинание.
Лерелин, Макгрегор, Капар, Сивен. Басик, ты в РК? Басик, ты видел, что ты задел? Сиронитовый пар. Чем ты бил? Вихрем? А, нет, у тебя вихря нету. Как же он тогда задел его? Под шемы, наверное. Вот меня и стаки. Там скинули макрос в ВК. Без шема сейчас. Вообще без шема был на этом трайве. У него вон Глора и этот Эшбрингер. Странно, чё, как он задел. В аккаунте нету вихря. Пресекающего нету. Выбрал в цель, может. Может, ну тогда бы он, наверное, и убил бы полностью. Фаертрель. А ты за последний трай смотрел дамаг или за все? За этот трай. Все готовы, вот начинай. Правая метка падает, бутербол. Под драк падает метка. Зачем ты глыбу прожал? Череп метка. Сейчас будет метка безликого. Отбежали от шамана. Козырак отбеги далеко. Ролана метка, череп. Становимся опять кумрад. Кружочек падает, там от черепа отбегаем. Идите за окном. С игрой там что-то плохо. Нет, просто. Скоро метка безликого будет. Через 2 минуты сиронитовый появится. Бежали от квадрата. Ролана, выбегай с метки, выбегай с метки. Ролана, отрыв прожми от рейда. Вот, правильно. Капарсину выбегай с меткой. Стопайте по боссу. Ждем сиронитого врага. Через 1.5 минуты. От квадрата отбегаем. Все, стопайте по боссу. Бутербол метка. Курим. Беглас отрыв от рейда. Отбежал. Видишь, 1.5 ляма нахилил. Ну ладно. Минута до сиронитого врага. Пипец, метка. Пойдет вторая фаза. Главное, не ловите темные метки, потому что будет очень большой урон по вам. Будет дебаф у темной магии. Мартил метка. Бля, кем летим?
То сейчас будет циранитовый враг. Но босс будет ему. С меткой постоянно выбегаем. Все, играем в саранитового врага. Блин, забирай на себя. Филипец, метка выбежал. Выбежал. Дали рост и играем в саранитового врага. Следим за метки. Мы отбежали от метки. Отбежали. Главное от с меткой безликого тоже отбегать. Отбежали от метки. Сейчас будет метка без никого. Видите, какой урон по вам идет? Отбегать надо. Отбежали. Метка без никого, Хазарак. Отбежали от него. Отбежали от метки. Добивайте босса. Блин, ты пришел в рейд. Надо ждать, пока дебаф закончится. Так, опять метка. Убегаем. Чти упал. Маятник вечности. Олег, я на мага. Сердце генерал. Шкаф оставь. Ральф, оставь шкаф. Я поставил. Вещь еще надо, это. Тоннелями на этом демона можно зайти, кому не жалко. Сейчас, подожди. Да, тебе в ДБ. Три хила идем. Нечего хилить. Ладно, я буду в Элеме, Калк ты, ой, Бутербол ты в этом Иршаме. Закинь меня тогда к хилам. Ты будешь, нет, ты будешь заходить в портал. Окей.